Привет всем. Ужас, какая жара у нас, капец вообще. Еще и новости этой херба, господи, от этого YouTube вообще не радует. Зарплата все больше напоминает, что ты сидишь, занимаешься всякой херею. Поэтому, девочки, у меня сегодня макияж, извините, был для другого канала, так что приходите туда, смотрите, я буду заливать теперь, наверное, видео туда. Я не знаю, что ожидать сейчас от этого канала, вообще от YouTube в плане русскоговорящей публики. Почему-то он решил, что теперь надо всех русскоязычных просто кинуть, скажу мягко. Вот, и как вы уже поняли, переболела я второй раз ковидом. Вот, долечиваюсь. Быстрее, конечно, все это прошло. Ну, тоже неприятненько. Я уже расписала, рассказала на видео. Вот, сейчас, в общем, осталось только горло лечить. Там вот на задней стенке ужасно что творится. Спать не дает. Плюс еще эта жара, у нас 42 градуса жара вчера была. И так, 42 градуса и 70% влажности. Вообще, в общем, это хамам настоящий. Если раньше говорили, что это баня, это именно хамам. Не сухая сауна финская, а вот этот турецкий, теплый, обволакивающий мокрый хамам. Вот так вот себя ощущаешь. Начинают обостряться всякие болячки, воспаления, проблемы с кожей, выпадение волос. Астме, конечно, очень хорошо, ей спокойно и легко дышится в этом во всем климате, у кого есть астма или аллергия. Вот. Но другие проблемы тоже начинают всплывать очень у многих. Вот, в общем, я сегодня с вами разберу по-быстрому посылки. У меня здесь две посылки, я, наверное, в разные видео их вставлю, сделаю. В общем, посмотрим, что я сказала. Там сейчас супер скидки, не забывайте, напоминаю еще раз. Приходите на iHerb, смотрите в разделе супер скидки, вбивайте, там есть графа через фильтр, можно вбить именно уровень скидки, который вы хотите, даже от 40 и плюс процентов. Вот у меня очень много я заказала, в общем, очень все дорого, очень все дорого. То есть сначала они подняли в два раза. Сначала они в два раза загнули все эти цены, приложили туда вот эти вот таможенные сборы, сюда, в Евросоюз, в ЕС. А теперь типа сделали 50% там скидки, не на все, некоторые 10% товары, некоторые скидки там 20% товары, некоторые вообще без скидок, вот как попадешь, в общем. Вот, взяла я себе, давно на него смотрела. Ну, здрасте, что это у меня начало слепить тут? Поменьше сейчас сделаю свет. Вот. Это что это такое? Это ау. Светокоррекция. Значит, взяла я вот эту умывалку от iHerb Idealav. Все его нахваливают, потому что здесь низкий pH. Сейчас как раз на лето во влажность буду ей умываться, потому что. Сейчас. Ладно, уже надо просто доснимать, потому что я полдня, мне кажется, уже снимаю, у меня вся память кончилась, и все больше, кажется, страдаешь, фигней сидишь, потому что сейчас вот блогеры стали рассказывать, сколько у них было, сколько стало. Раньше у меня было где-то там 100-120, например, в месяц платил YouTube, евро, допустим, или долларов. Вот. В долларах, если, то это 70-80 тоже бывало, в лучшие дни, бывало 40-50, бывало надо 2 месяца, чтобы скопить минимальную сумму, чтобы вывести ее, значит, со счета. Ус отклеился, блин, никак не держится. Вот, а сейчас 18. Я не готова 4 месяца работать за минималку, это очень тяжело, это очень тяжело, это очень демотивирует, конечно. Я и так рассказываю очень много все от души, просто для себя иногда. Ну, конечно, хочется как-то, чтобы это подкреплялось. И подкреплялось плюс еще и хорошими положительными комментариями, поболтать с вами, девочки, и мальчики. У меня мальчиков много стало меня комментировать, я очень рада. Вот, но просмотры, значит, падают, оплаты падают, и ты такой, нафига я это все делаю, зачем мне оно надо, зачем, куда я трачу свою жизнь?
А при том, что я еще такой человек, есть люди, которые снимают каждый день, и им особо это ничего не стоит в их вот, в душевных силах, в их моральных каких-то. Просто несут, вот понесух, снимают там каждый раз какие-то завтраки, какие-то походы, ля-ля-ля, ничего не рассказывают. А когда ты что-то сидишь и рассказываешь, возможно, что-то интересное, полезное, собираешь информацию, генерируешь ее, преобразовываешь, читаешь, анализируешь, пересказываешь большие объемы информации, и такой... И у тебя как бы начинает пропадать вот этот вот запал дальше-дальше это делать, или начинают мысли, конечно, появляться про другие каналы, другой язык, другую направленность, фриланс вообще... Короче, я хотела учиться, это лето, но у нас такая жара стоит, у меня просто плавятся мозги. Я вот сейчас себе здесь покажу, сколько я всего заказала для головы. Я надеюсь, это поможет вот эту снять летнюю усталость ужасную и рассеянность невероятную. Невозможно абсолютно вообще сконцентрироваться. В общем, я взяла вот это средство для умывания, как я уже сказала. Здесь в жару, во влажном климате начинаешь, получается, ходишь весь как мокрый и начинаешь, хочется вымыть вот до скрипа кожу, а начинаешь вымывать, она потом пересушивается, начинает еще больше проблем с кожей появляться, какие-то подкожники. А когда умываешься вот такими вот низкощелочными, в общем, штучками-умывашками, то кожа сохраняет более-менее ровный оттенок, ровный вид, не пересушенный, не возникают какие-то прыщи, тем более хуже нет. Вот подкожники очень сложно вывести. Я взяла по акциям, пока была возможность. У меня, кстати, голос еще, возможно, сиплый. Может быть, он кому-то больше понравится, потому что очень сильно девочки, когда я начинаю что-то рассказывать, они начинают воспринимать это или как жалобы, или я что гнусавлю, или что я что-то там опять негатив какой-то говорю. Начинают меня заколебали этими комментариями. Вот, опять негатив. Неважно, главное, о чем я говорю. Я показываю море, я показываю, я улыбаюсь, я рассказываю о каких-то историях смешных, я ржу, я, значит, показываю красивых испанок наряженных, показываю красивый город, рассказываю об этом. Пишут, вот, опять нашла негатив. Слушай, товарищ, товарищ женщина, вы, может быть, выберете другого блогера тогда, а? Может быть, просто нам не по пути? Может быть, я не ваш человек? Зачем вы мне это пишете, я не понимаю. Вы меня заколебали, это уже которое видео, вы мне это пишете. Я рассказываю, главное, об особенностях Испании, смеюсь над их привычками, а человек опять мне пишет, вот, опять нашла какой-то негатив. Вы не приходите туда, где позитив, во-первых. Не комментируйте. Во-вторых, значит, следующий пункт, это то, что вы не смотрите, и потом вы, получается, пропускаете мимо ушей, или вы не видите, когда я рассказываю про негатив, и обращаете внимание только, не обращайте внимания на позитив, а обращайте внимание только на негатив. Зачем? Зачем вы сидите у меня на канале? Зачем вы себя мучаете? Я не могу понять. Это моя особенность, я очень люблю сарказм, я если шучу, я шучу всегда саркастично и причем с очень серьезным лицом, потому что я надеюсь, что люди как бы сами допрут, что это шутка, что это какой-то смех, что это критическое мышление мое, например, ну я такая, мне так нравится, я читаю такую литературу, я смотрю таких комиков, я смотрю таких стендаперов, мне это очень сильно нравится. Если вам такое не нравится, и вам нравится кто-то попроще, идите к ним, пожалуйста. У блогеров огромное количество на YouTube. Пока еще. Пока еще не разошлись. Так, значит, омега-3. Большая банка, побольше. Будем пить вместе с мамой. Убрала для своих каких-то здесь подружек. Вот. Короче, такая фигня. Я не буду сейчас убиваться, рассказывать, для чего омега-3 в миллионный раз. Я просто покажу вам, что я заказала, почему у меня такой пересвет. Значит, я взяла вот этот вот Think Support. Это как раз для мозгов. Здесь в составе огромное всего количество для памяти и когнитивного здоровья, для собранности, для функциональные ингредиенты собраны. Принимать по 2 штуки в день. Здесь 180 капсул на 3 месяца. Здесь в составе
как это я переведу, это я не помню, что такое. В общем, внизу все будет подписано, все ссылки я, как всегда, укажу. Там и лецитин, и розмарин, и год укола, эльтианин. Эльтианин – это преобразующее основное вещество из зеленого чая. Так, бакопа – суперсредство для мозга, антиоксидант и для работы мозга. Вот, экстракт листьев гинка. В общем, полно всего. Как всегда, здесь экстракт черного перца, экстракт имбиря. Амилаза, протеаза, липаза. В общем, смесь энзимов, в том числе и для, хорошо для поджелудочной, для функционирования ЖКТ. Вот, кстати, вы меня поправили. Одна подписчица меня поправила, когда я говорю для хорошей работы желудка. Она мне говорит, что не для желудка, а для кишечника. Но я имею в виду для желудочно-кишечного тракта, для всей вот этой вот нашей вот микробиомы. Естественно, я не имею в виду только отдельный желудок. И, например, не имею в виду желчный пузырь, печень. Там, то есть вот это все вкупе, там, допустим, успокаивается, чистится, восстанавливается. Вот, а здесь у меня еще я брала масло жожоба, все его нахваливают, говорят, хорошее средство от выпадения волос, а могут сначала посыпаться еще больше, но потом он будет стимулировать, помогать расти новым волоскам, потому что сейчас после второго ковида, подтвержденного тестом, мне сказали, фигня, не верь тесту, они все, значит, это, как это, ну, условно положительные. Нет, ребят, я вижу, что я болею так же, как вот ровно вот в декабре, когда я заболела. У меня нету температуры, меня очень сильно сразу на второй день стало ломать. Болело все, я вообще не могла встать. Очень сильная слабость, я постоянно спала. Очень сильно болело горло, очень сильно, невероятно. И когда я пошла, значит, к этому, в Урхенсию, как это, в скорую помощь, меня там быстро приняли. Значит, тест мне сейчас здесь в Испании не делают, тест делайте сами, покупайте за свои деньги в аптеке, стоит от 2 до 3 евро, но почти 3 заплатила, вот, и, короче, надо будет потом опять волосы восстанавливать, я не знаю, я еще эти не могу восстановить, у меня все вокруг повсюду растет вот такое вот, как это, челкой. Но дальше ничего не перерастает, не перерастает в крепкие хорошие волосы, все сыпется и сыпется. Дама, для которой я негативлю постоянно, уйдите, пожалуйста, с моего канала, я вас умоляю. А, другая там женщина, значит, написала. Куда делись мои комментарии? И, значит, если вы еще раз меня, значит, уберете, заблокируете, то я буду на вас жаловаться. Во-первых, я вас не помню, и если вы писали мне что-то из рук вон отвратительное, я вас еще раз, блин, заблокирую, потому что я не буду терпеть это. Если вы знаете, бывает, людям миллион дадут, и то они не терпят. А здесь, получается, читаешь один негатив постоянно в твою сторону, кому-то что-то не нравится, я снимаю для себя, как мне хочется, людям многим нравится, люди многие говорят спасибо, хвалят, это моя система, это моя структура, это мой стиль. Я люблю критическое мышление. Мне не нравится быть лабрадором, который радуется от всего. Понимаете, я не люблю таких людей, которые вот как испанцы, например, о себе пишут. Soy positivo, soy alegre или еще что-то. Я не люблю просто тупо счастливых, бесконечно, постоянно людей. Меня от них воротит. Я хочу говорить глубоко, интересно, осмысливая все, пропуская через себя, по косточкам все разбирая, что и как, от чего, почему, где какие первоистоки. Мне не нравится просто постоянно радоваться. И как вы ожидаете, возможно, что вы таким образом мне это напишете, и я таким образом все стану такая, знаете, а теперь мы с вами будем ржать только и ничего, и хорошего путного не обсуждать, не углубляться в тему, не докапываться до этого, а будем только вот поверхностные такие. Вам к экстравертам. Я интроверт, мне это нравится, я дева, я дотошная, мне нравится копаться и разбираться, понимаете? Мы с вами не подходим, по-моему, друг к другу.
break up, please. Мадам, ну не надо, серьезно. Не ваша, значит, я. Вот, взяла я, значит, электролиты для поднятия энергии. От фирмы Sierra Fit, это тоже, по-моему, фирма самого iHerb'а, обещают поднимать давление, поднимать силы, возвращать вот эту гидратацию. Особенно это очень сильно необходимо делать летом, когда мы много потеем, пьем, просто отекаем, и в итоге из воды мы не получаем каких-то микроэлементов. Вот, и здесь, по-моему, это для... натриево-калиево баланса, то есть для того, чтобы, когда вы теряете жидкость, не обезвоживаться и в итоге не терять ее, вот эту силу от того, что вы просто весь пересыхаете, высыхаете, и давление падает, голова плохо соображает, сил нету, слабость в теле. Взяла еще раз, значит, радиол-розовый экстракт, 500 миллиграмм в каждой капсуле. Хорошо, кто меня смотрит по гипотиреозу, это супер средство для щитовидной железы. И не только. Придает силы, это давнишнее средство, изученное традиционной китайской медициной. Хорошо при заболеваниях репродуктивной функции, при щитовидной железе, при восстановлении энергии, при пережить какой-то стресс. Здесь 60 капсул. Принимать по одной капсуле в день, здесь на 2 месяца. Вот, супер средство тоже. Но будьте осторожны, проконсультируйтесь с врачом или сами почитайте побочки, при каких заболеваниях можно, при каких нельзя и как ее лично вам употреблять. Как и все лекарства, тире БАДы, тире витамины и все-все-все. Вот, бездумно, пожалуйста, не принимайте. Я просто уже принимаю то, что я знаю, что мне нужно. Так, значит, витамин D3 по акции взяла. Здесь 90 капсул, в каждой капсуле 5000 единиц. 90 капсул на 3 месяца, ля-ля-ля, супер. 3 месяца обеспечивает витамином D тех, у кого нет аутоиммунок, то есть тем, у кого просто нужно провести какую-то профилактику, будет супер. Значит, это я уже показала, умывалку еще взяла, 2 средства для лица, закупилась, пока акции есть, пока есть скидки. Значит, взяла, ни разу ее не брала, все они постоянно говорят о вот этом средстве с iHerb'а, это от Mild by Nature, Camellia Care. В общем, это такой... Написано, что это крем для лица, но это не крем, все пишут его, описывают больше как сыворотку такую, что ты меня засвечиваешь. Сыворотку, в общем, содержит AGC, это, в общем, экстракт зеленого чая, я его принимаю сейчас в капсулах. Сильнейший антидан, антиоксидант. У нас очень жарко, если вы понимаете. Очень просто. Я сижу с вентилятором. Без вентилятора я просто сейчас упаду в обморок. Вот. Также содержит ресвератрол и гиалуроновую кислоту. Супер состав. Много антиоксидантов. Хорошо помогает, как знаете, зеленый чай не только внутрь хорошо, но и наружу. Помогает бороться с первыми признаками старения. В общем, все его хвалили. Он такой очень легенький, похож даже не на крем, а на легкую эссенцию. Сыворотку сейчас я намажуся. Вот, сейчас я пойду умоюсь и намажусь. Вот, похож он на сыворотку. На лето хорошо, поры не забивают. Все о нем пишут очень хорошие отзывы, потому что летом невозможно вообще ничем намазаться. Но бывает... В один период, когда нету сильной, как-то увеличенной влажности, у тебя сушит кожу. Стоит намазаться, сразу бамс, пошел какой-то циклон, сразу нахлобучила влажность, и тебе срочно надо умыться, все смыть с себя. Вот, и взяла я серум от Radiant CU. Вот, значит, это серум защитный, это, в общем, я буду принимать, наверное, принимать, в смысле, применять на осенний период. Вот так выглядит. Мне эта фирма вообще понравилась. Я у нее пробовала 2 масла для умывания с активированным углем и та, которая пенящаяся. Пенящаяся мне понравилась больше. Крем у них я пробовала с витамином С, значит, отбеливающий зимой.
классный, мне понравилось, вообще не ощущается на коже. Тоник мне тоже понравился с гиалуроновой кислотой. И сыворотку тоже все хвалят. Здесь содержится экстракт икры. Уж какой икры не написали. Содиум гиалуронат. Гиалуроновая кислота, наверное, какой-то ее подвид. Экстракт дикой вишни и пептиды. В общем, пептиды — это всегда дорого, это всегда хорошо, это супер для кожи, это всегда выравнивает цвет лица, помогает избавиться от первых каких-то мимических морщинок, разгладить тон кожи, выровнять его. В общем, супер. Пептиды после 30-35 можно уже начинать применять. Вот, эта посылочка у меня закончилась, мы все посмотрели. Извините, если на кого-то наехала. А потому что я не люблю, когда наезжают на меня. Ну, серьезно, ребят, ну не нравится мне это. Давайте общаться как-то по-другому. Это мой стиль. Если вы тем более смотрите не первое мое видео, вы уже который раз комментируете, что вот опять вам что-то не нравится. Я вам что, петрушка, что ли, я не пойму. Я с вами сижу, общаюсь как с подружками, как с друзьями, как с моими приятелями. Я такая, какая я есть, я такая, понимаете? От того, что вы будете мне говорить, что я повеселее должна быть, я не стану такой. У меня там постоянно то проблемы, то больницы, то рассеянный склероз, то слабость, усталость, то онемение, то, блин, парализовала два раза. Какая я, блин, должна быть веселая? Серьезно, ну что вы говорите-то, а? Я со вкусом такая, я как вино. Я выдержанная, я не каждому нравлюсь, возможно, да. Причем такое вино терпкое, как гор. Вот. Или даже больше виски. Скучаю по обычной жизни, конечно, куда-нибудь выйти, в баре посидеть. Вот. Но так вот. В общем, мы с вами этим летом на ройбуше, на чае, сплошная солодка из-за горла, и все очень сильно безалкогольное уже 4 года, и 4 или, господи, уже 4,5 года. Какая я могу быть веселая? Серьезно, ни алкоголя не выпить, ничего, не расслабиться. Вот, короче, такие дела. Кому не нравлюсь, извините. Ну, давайте, значит, не будем друг другу портить настроение. Ни вы мне, ни я вам. Все, люблю, целую всех, кто остался на канале. И пока-пока. За что я люблю Испанию? Догадайтесь.